Всем привет, меня зовут Петр Воликов, я являюсь экспертом на сайте legalbet.kz, это Воликов Джуниор. Он передает вам всем привет, и он сказал мне, что поможет мне угадать два матча Лиги Европы, которые я, собственно, сейчас попытаюсь спрогнозировать. Так, первый матч – это Астана-Динамо-Киев, матч лидеров группы, оба находятся на первом и втором месте, и самое главное здесь, дорогие друзья, что ничья обоих коллективов выведет дальше в плей-офф, а Яблонец и Рен отправятся к себе в чемпионат. И поэтому я думаю, что в этом матче как раз таки и ничья произойдет. Поэтому ставить я не хочу на ничью, на победы, собственно, бесполезно ставить. Я поставлю лучше на статистику, а именно на угловые. Желтые карточки бессмысленно ставить, потому что это будет, скорее всего, больше похож этот матч на товарищеский. Поэтому угловые самое то. Мой прогноз на матч Астана-Динамо-Киев — угловые 10,5. Больше 11 угловых, я думаю, что довольно-таки легко зайдут. Заходите на сайт legalbet.kz, там действительно очень полезные штуки пишут для каперов, ну и эксперты иногда тоже выдают отличные прогнозы. Пока.